И Лучанский тогда уже давно не был проректором, по-моему, он отбывал наказание, если так не ошибаюсь. Так что моя роль, скажем, в отношении проректора по хозяйственным работам нет. Тогда был уже совершенно другой проректор по хозяйственной части, господин Капуст. А вы помните, когда вас пеняли за членство в КПСС? Ну, я имею в виду, опять-таки, предвыборную президентскую гонку почти трехлетней давности. И вам чуть ли не как ребенку пришлось оправдываться. Да, был в КПСС, да, это не скрываю. Вот сейчас, уже столько лет прошло, когда нет ни КПСС, ни Советского Союза, вы можете трезво взвесить и сказать, что тогда было хорошо и что тогда было плохо в работе парторга Энзенша? Я бы сказал так, что когда я стал секретарем парткома университета, это, по сути дела, было благодаря Народному фронту. Потому что я отказывался, но где-то на третьем подходе все-таки меня избрали. Очевидно, потому что я был очень критичен к той политике, которая и партком университета, и компартии вообще в Латвии осуществляла. И это уже был как бы, ну, предвестие глубоких изменений в это время. И я еще раз хочу повторить, потому что как раз вузовские партийные организации были те, которые, ну, создали, по сути дела, независимую компартию Латвии, и компартия как целостная была расколота. А почему, кстати, вот эта вот независимая компартия Латвии, тогда на рубеже 80-х и 90-х, вероятно, можно провести параллели с независимой компартией Литвы, и помните, там исторический визит Горбачева, и его, значит, эти нервные фразы, вы что, за выход из состава СССР и так далее, когда Вильнюс приезжал. Вот почему все это в Латвии, я имею в виду, не переросло в такое серьезное социал-демократическое движение? Почему не возникла социал-демократия, ну, скажем, шведского образца в Латвии на базе тогдашней независимой компартии Латвии? Ну, очевидно, все-таки то, что не было и единства, и, откровенно говоря, я сам отошел от этого после того, как был избран депутатом Верховного Совета. Тогда была попытка создать фракцию независимой компартии, которая не была поддержана большинством. Ведь не секрет, что Верховный Совет был избран достаточно много бывших членов компартии. Ну и даже сегодня, когда посмотришь в интернете комментарии, ну, называют меня старым коммунистом и так далее, и так далее. Ну и точно сейчас, когда показывали Краутманы, что я меняю партии, ну, это как-то не соответствует... КПСС на Народный фронт таки променяли. Да, ну, променяли. Народный фронт это не был партией. Ну, движение. Да. Это было движение. Я был после этого Латвии Сельш. Да? И, по сути дела, после того, как я был избран судьей Конституционного суда, я ни в одной партии так и не состою. А вы приостановили свое членство в Латвии Сельш тогда? Естественно, потому что эти вещи несовместимы. А если сейчас вернуться в Латвии Сельш, который уже объединился с ЛПП, и, нет, по сути, так сказать, вступить в ряды соратников Шлессерса? Я не собираюсь вступать ни в одну партию. Это ваша принципиальная позиция? Это принципиальная позиция, тем более потому, что, на мой взгляд, те партии, которые существуют, ну, они, в общем-то, дискредитировали себя, это не идеология, это, по-моему, больше можно назвать политбизнесом, больше ничего. В Латвии не хватает честных политиков, считает наша онлайн-аудитория, цифры вы видите и на своих экранах. Александр написал, в Латвии будущего нет, пока у власти жадные политики, которые думают только о деньгах и высосут весь европейский транш, и все уйдут в отставки, и это, кстати, уже и начинается, говорит он. Василий пишет, что не хватает политикам, которые уже наворовали вдоволь. Это вопрос, чего не хватает по отношению к политикам. Юрий Золин, следующее мнение по телефону. Юрий, слышите нас? Добрый вечер. Юрий, здравствуйте. Добрый вечер. Прошу вас. Господин Энзенш, вот, конечно, на мой взгляд,
ваше избрание президентом было бы предпочтительнее, да? Но вот, в принципе, вообще, как эта система выборов президента, вот, мне, например, не устраивает, что сам избирает парламент, там, сам, как хотите, называйте, поскольку выбирает он себе председателя сайма, и хватит, да? И вот сегодня не самый, для меня, не самый любимый политик Сандра Калния это провозглашает, что необходимо бы всеобщие выборы президента, необходимо выборы городских, ну, мэров там, да, тоже всеобщим голосованием. Вот лично я считаю, что это неплохая идея. Почему? Потому что отсутствует персонификация ответственности, по крайней мере, при ныне действующей системе. Вот уже 34 правительства за 20 лет, и что-то, если вычесть Шкеле, который трижды был, да, Годманиса дважды, это получается 31 премьер. Надо специалистам записывать и вспоминать, кто когда был премьером, кто каким министром был, кто за что отвечает. А в конечном итоге президентов у нас раз, два и три дообчелся. И поэтому, если персонификация... Не-не-не, Юрий, подождите. Если вы правительство считаете вместе с довоенной Латвией, с премьером, там, условно, Хуга Целминшем, то тогда и считайте президента Квесиса и так далее. Ну, все, хорошо, все. Буду... Все, все едино. Все едино, да? Даже считая и Ульманиса, можно говорить. Но если до Ульманиса то точно так же были выборы, то такая же творилась, ну, как бы история очень похожая, как и сейчас, когда ничего парламент не мог, персонификация, вот Ульманис, можно к нему по-разному относиться, но сейчас говорят Ульмана лайка, да, вот так вот говорят, по-разному, и не надо там однообразно. А вот чьи времена вот сейчас, ну никак не вспомнишь, поскольку у нас президенты всегда могут оправдаться, что у них слишком мало прав. Я не говорю, чтобы делать президентскую республику. Я говорю о том, что необходимо, может быть, чуть-чуть расширить полномочия президента, и чтобы он не боялся, как вот у меня впечатление, что господин Закраш боится, если он распустит сайм, поставит вопрос на референдуме, то он останется без квартиры, да? И ему все это сводится к тому, что, ну, они его избрали, он и должен их слушать. На каких условиях избрали? А народ тут вроде как и ни при чем. Спасибо, Юрию. Спасибо огромное за ваш комментарий.